Глава городского округа провел очередное заседание строительного штаба. В администрации муниципалитета обсудили ход возведения социальных объектов на территории Красногорска. Так, застройщик ЖК «Большое Путилково» строит в микрорайоне сразу три образовательных организации. Два детских садика на 250 мест каждый и школу, где будут учиться 1250 ребят. Приступили к работам по кровле и монтаж металлоконструкции. Но работы также планово движутся. Срок завершения июль, разрешение на ввод июль 2022 года. Сверхважная история, и мы ее не должны сдать 2 сентября, иначе наш весь труд напрасен. Родители нам выскажут все, что они думают. Родители могут не волноваться, ответствует руководитель проекта. По словам Дмитрия Рязанского, задержки были только на этапе получения разрешения на строительство. Сейчас же все работы в графике. Да и на другой своей стройке в Путилково компания показывает хороший темп. Детский сад на 250 мест готов на 99%. Открытие планируется уже в марте. И он станет только первой ласточкой. В 2022 году в Красногорске должны открыться еще 9 детских садов и 6 школ.